Привет всем, мои дорогие друзья, меня зовут Альберт, и сегодня вместе с вами продолжаем играть на проекте NextRP на сервере Восточный. И сегодня, ребята, вышло новое офигительное обновление, поэтому, ребята, прямо сейчас досматривайте это видос от начала до конца, проведите это время вместе со мной, ну а также, ребята, давайте просто каждый при каждой поставьте лайк. Ну а также, если вдруг еще не подписаны и вам нравится NextRP, то бегом подписывайтесь, нажимаем на кнопочку F1 и давайте посмотрим, что же тут нового добавили. А новые у нас это новые кейсы, но это не самое главное. Самое главное, что здесь добавили, нет, это тоже не самое главное, но давайте посмотрим. Премиум опции автомобилей. Добавлены премиум опции для автомобилей, они могут включать в себя без... ключевой доступ, бронирование стекол, шин и многое другое. Получить автомобиль с премиум опциями можно прямо сейчас в уникальных предложениях. Собери автомобиль в обычных кейсах и в магазине. Я так и не понял, можно ли свои личные машины переделать или нет. Вот этого я пока не понимаю. Возможно, вот если у меня есть машины из кейсов, будет ли это работать или же нет. Это очень интересно. Так, давайте будем двигаться дальше. Смотрите, уникальный автомобиль. То есть у нас здесь, смотри, гарантированно собери Таутара с двумя случайными премиум опциями уникальном дизайне. Да, кстати, вот тут какие-то случайные премиум опции. Возможно, тоже действительно можно будет как-то отдельно эти опции купить. Также уникальное оружие — это не самое уникальное, а самое уникальное, ребята, это, да ё-моё, Хэллоуин. Хэллоуин, ребята, Хэллоуин! И очень, ребята, добавили Хэллоуин. Отлично, прекрасно. И он начинается 26 числа 10 по 04.11. То есть до 4 ноября у нас будет Хэллоуин. И здесь глобальный праздничный фестиваль, где можно будет выиграть машины и многое другое. Также золотая лихорадка, и это для миллионеров. А также, посмотрите, прогресс преступности и личное дело. Вот это действительно довольно-таки интересно. Я пока не понимаю, как это работает. Я прочитал вроде как в описании то, что если бандит даже покинет клан, то у нее там что-то сохранится. А вот если как бы... то есть, видимо, все убийства и все плохое, то есть, что ты наделал в этой игре, видимо, скорее всего, будет сохраняться. Ладно, хорошо. То есть, это, видимо, скорее всего, больше для полиции нужно или же даже для приема на работу. Так, ну давайте посмотрим. Смотрите, нажимаем с вами что? Нажимаем с вами что? Смотри, кстати, у нас тут магазинчик есть. И, кстати, вот у меня был вот этот next case, но я не знаю, куда он делся. Я не знаю, куда он делся вообще. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть еще. Магазин, next pass. У нас с тобой 4 уровень, и мы можем, в принципе, попробовать с тобой что-нибудь да забрать. Так, давай с тобой заберем кейсик. Это абсолютно бесплатно, поэтому давай попробуем его с тобой открыть. Также заберем с тобой вот эту награду винил, тоже быстренько с тобой. И пойдем с тобой в магазин, посмотрим, что у нас тут есть. Вот фестиваль Хэллоуин. И да, ребята, посмотрите, тут есть машина. Хо-хо-хо-хо. Это какой-то офигительный Мерседес. Прикольная, классно, офигительно. Так, Мерседес, это, конечно, классно, замечательно. Только вот как вот отсюда выйти. Также, кроме Мерседеса, у нас тут еще много чего интересного. Тыквы разные, многое другое. И, кстати, тут есть также... Вау, подожди, тут разные машины есть. Смотри, Урус, М5 Киллер Хэллоуин, есть вот такая машина, в общем, есть разные тачки. Пока немножко не понимаю, как, зарабатывать очки, то есть я должен буду определенно что-то делать. А что я должен буду делать, пока непонятно. То есть смотри, я нажимаю на Хэллоуин, тут у нас какие-то очки, но смотри, зарабатываем монеты фестиваля за активности. То есть я пока не понимаю, какие активности нам нужны, а что нам нужно вообще за это, пока непонятненько. Подожди, правила. Зарабатываем монеты фестиваля за активности. В кланах, в работах, ежедневных заданиях, сюжетных квестах и заданий Next Pass. Все, понял. То есть мы проходим абсолютно просто, играем как играли. Возможно, просто снова придется чуть побольше поиграть, и мы получаем разные награды. Это прикольно, это прикольно, это классно, офигительно. Но я думаю, разберемся мы с этим в следующей серии. Смотри, тут у нас что? Уникальное предложение. Быстренько с тобой тоже посмотрим, ничего интересного. Распродажа тоже. Можем быстренько посмотреть, что-нибудь у нас тут новое есть или нету. Тоже ничего нету. Так, уникальные награды. Да, смотри. Случайная премиум опция, нажми на иконку для подробностей. То есть, действительно, случайная премиум опция. То есть, две премиум опции, абсолютно бесплатные. Также, смотри, практически на каждой машине есть какие-то опции. Кстати, для Вайтюр у меня есть? Да, у меня вроде как есть для Вайтюр. Так, и, в общем, получается, я только вот эти опции можно получить только... покупая вот эти машины, то есть другие машины, видимо, скорее всего, работать не будут. Это довольно-таки печально, потому что... А может такое быть, что действительно ты хочешь как-то купить себе эту машину? Подожди. Ну вот, смотри. Распродажа, услуги. Вот, услуги. Почему в услугах нельзя купить какую-нибудь премиум-фишку для своей машины? То есть, видимо, тебе придется покупать именно какую-то новую машину. А что, если у тебя уже эта машина есть, и тебе эта премиум-опция абсолютно не нужна? Вот это вот, конечно, я не знаю, почему это так было не продумано. Так, кейс Дим. И у нас тут есть...
Кейс в Upper Wave, чего тут только нету. Кейс застольный, кстати. Не знаю, что тут прикольно в этом кейсе застольный. Mercedes EQG, вот это прикольно. Так, подожди, также есть какой-то кейс, который называется рубиновый. И тут у нас Таутара, Болид, то есть все те машины, которые у нас уже были. То есть новенького я пока ничего не вижу. Кстати, вот у нас тут есть какой-то кейс оружия. Давай быстренько его с тобой откроем. А что у нас там есть еще? Есть кейс сезонный, может тоже быстренько открыть. А может быть вдруг мы какую-нибудь машину выиграем, прикинь. И такой прошел один уровень, и такой и сразу с тачкой. Вот это прикольно было бы. О-о-о! Обидно. Обидно, было бы круто получить какую-нибудь оружку, тоже было бы неплохо. Так, это, да зачем я их вообще открываю? Я не понимаю, зачем открывают эти кейсы, они вообще беспонтовые, и лучше на них время вообще никак не тратить. Так, что мы с тобой будем делать дальше? Смотри, это мы с тобой уже пропускаем. Так, здесь у нас все, здесь все, здесь все, то есть мы, в принципе, все с тобой сделали. Я вообще нифига не понимаю, подожди. Вот смотри, Хэллоуин, давай с тобой разбираться. Смотри, я могу купить себе эти очки? Нет, видимо, скорее всего, не могу. То есть 23 минуты, то есть я в 23 минуты просижу, а получу вот эти фестивальные монеты, видимо, скорее всего, да? Я не понимаю, это как-то так работает или нет? Слушай, интересно, интересно, я буду получать фестивальные монеты просто за онлайн или как? Вот смотри, еще фестивальное колесо есть тоже, видимо, с какими-то машинами, тоже довольно-таки прикольно. Смотри, оружейники есть, тут ничего нового, я не понимаю, подожди. То есть смотри, давай еще раз с тобой прочитаем, то есть еще раз с тобой выйдем, еще раз с тобой прочитаем, смотри. Так, заходим, и тут у нас что? Смотри, нет, не Хэллоуин, так, где у нас прокачка автомобиля? Вот, смотри, добавлены премиум опции для автомобилей. Они могут включать бесключевой доступ, бронирование стекол, шин и многое другое. Получите автомобиль с премиум опциями прямо сейчас. Уникальное предложение, собери акции, особый кейс в магазине, кстати, особый кейс в магазине. Вот это вот интересно. И фестиваль Хэллоуин. Вообще ничего не понял. Почему я не могу использовать на свои донатские машины эти разные фичи? Например, сделали бы тогда уже за донат. Я не знаю. Ладно, смотри. Это вот эти специальные кейсы или нет? Я не понимаю тоже. Это и есть специальные кейсы, рубиновые и застольные. Это те кейсы, которые... за которые ты будешь получать хоть что-то или нет? Или какой-то еще есть? Vapor Wave. Есть кейс Сочи, кстати. Есть кейс Дивный. Есть денежный. Но... я пока не понимаю, то есть можешь действительно купить какую-нибудь такую, знаешь, самую дешевую машину, какую-нибудь БРЗ-ку и попробовать эту фигамотину купить. Я вот это пока не знаю, самое главное мне пока разобраться с Хэллоуином. Так, ну надеюсь, мне в комментариях кто-нибудь подскажет, возможно, в комментариях кто-нибудь подскажет, это будет интересно. Так, смотри. А что мы с тобой делаем? Я не знаю, что сегодня можем поделать. Смотри, я увидел то, что вот смотри, в уникальном, то есть написано обновление, тут есть кейс, смотри, новый кейс рубин, новый кейс застольный. Я не знаю, вот смотри, есть ли шанс того, что в этих кейсах будет что-то интересное? Кстати, давно, мы вместе с вами не открывали дешевых кейсов, поэтому давайте сегодня вместе с вами это и сделаем. То есть мы с тобой окупимся и получим что-нибудь офигительное. Кстати, насчет вот этого, я вообще нифига не понимаю. Вот смотри, давай сюда зайдем. Тут опять какая-то новая тачка. Так, вот смотри, магазин, пополнение акций. В акциях у нас, кстати, снова есть кое-что бесплатное, но, ё-моё, вообще просто. Я не понимаю. Ладно, так, заходим сюда, заходим с тобой в кейсы, и давай потратим с тобой сегодняшние бабки на кейс застольный. Остальное мы посмотрим, будем ли мы что-то еще с тобой открывать, будем ли мы с тобой что-то делать. Смотри, тут нужно 20 кейсов для того, чтобы получить максимальную награду. Слушай, это прикольно, давай, наверное, скорее всего, так и откроем. Давай с тобой так и откроем и посмотрим, получим ли мы какой-нибудь от этого плюс. То есть, действительно, выйдем ли мы в плюс или нет. Смотри, мы тратим 7 тысяч, почти 8 тысяч. Но если мы получаем с тобой гарантированный приз, а мы в любом случае его получаем, ну, кроме вот это я вообще не понимаю, что он тут делает, почему он не красный. А вот эти машины, в принципе, уже интересные. Погнали, открываем первый кейс, и мы получаем скин Корлеоне. Поехали, второй кейс. Напоминаю, ребят, кейс стоит 399, напоминаю, что донате только миллиардеры, и тут у меня просто... Пока вообще не везет. Ё-моё, я уже половину кейсов открыл, вообще не везет. Да ну нафиг! Оу! А нет, это не самая лучшая машина, ну ладно, мы машина. То есть мы уже, в принципе, в каком-то плюсе. Я не знаю, сколько эта машина стоит, мне кажется, не дороже 2 миллионов, поэтому не знаю, стоит ли нам вообще за нее так сильно кричать, надрывать горло, и я вижу то, что тут падает вообще просто какая-то фигамотина, ё-моё! Да еди, едр... Ладно, давайте с прокруткой, пожалуйста, Mercedes EQG. EQG, другой не принимаю, другой машину не принимаю! Не принимаю я это говно! Не принимаю!
Ядрёна вошь, ну это же такое говнище. Просто замечательно. Просто замечательно. Такое говнище выбить. Просто, я не знаю. Ладно, возможно, что сегодня нам не повезло. Ладно, смотри, что у нас есть еще? Кейс личных сбережений. Давай вот эти два откроем. Да по барабану, ё-моё. Открываем. Бац. Три кейса. Бац, еще три кейса. Спасибо. Так, и у нас, получается, есть что открыть. Так, а кейс кемпинг, кстати, прикольненько. Ну-ка, давай еще раз перезайдем. Нам нужно перезайти для того, чтобы получить кейса. Так, и у нас кейс, кстати, рублевый. Ё-моё, он такой дешевый. Но я надеюсь, хоть какой-то окуп мы... Да, просто миллион. Ладно, мы получили три гитары. Просто гитары и скины сегодня. Я фиг знает. Вот этот кейс дорогой. Давай, наверное, будем с полной прокруткой. О, я не знаю, что за дичь сегодня. Что за дичь? Просто я не... О! Нет. Прикинь, вот это было бы хорошо. Если я сейчас майбах выбил бы, это было бы просто замечательно, если я выбил бы майбах. Но так как я не выбил майбах, то вообще, ну, никакого прикола я в этом не вижу. Потому что нету майбаха, серьезно. Ты давай мне... Пожалуйста, ну еще одну машину, ну пожалуйста, еще одну машину мне, какую-нибудь, хотя бы какую-то шляпу, да, спасибо. Какую-то шляпу, я понял. Просто за 2000 донатов, просто шляпу и гитары. Прикольно, прикольно, прикольно. Ё-моё, там что-то пришло сообщение такое. Прикольно, 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 замечательно. Ладно, ребята, все, на этом я заканчиваю ролик. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы тоже всех люблю, самое что оставайтесь. Буду по вам скучать и до следующего видео. А также нахожусь на сервере Восточный, заходите играть вместе со мной. Практически каждый день вы меня можете здесь заметить, если вдруг активно играете. Ну и до следующего видео. Пока-пока, пока-пока.